Не менее 16 человек числятся пропавшими без вести после извержения вулкана Онтаке в Японии. По данным спасателей, эти цифры получены после проверки списка людей, которые во время извержения находились на склонах горы. Они полагают, что число еще может увеличиться. Поисково-спасательные операции на месте трагедии временно приостановлены из-за сильных дождей. Напомню, в минувшую субботу началось извержение вулкана Онтаке в центральной части страны. В результате, по последним данным, 48 человек погибли, еще около 70 получили ранения. В момент катастрофы около 250 альпинистов и туристов находились на склонах вулкана.